На дворе 2100 год. Тебя уже нет в живых. Ты никогда не следовал своей религии, поэтому не смог передать своим детям и внукам ничего, кроме западных ценностей и привязанности к материальному миру. В результате прошли годы, и твои потомки оказались не мусульманами, после того, как их отцы из предшествовавшего поколения стали вероотступниками и вышли из ислама, потому что ты не накопил и не передал им никаких знаний. Ислам в твоей родовой линии остановился на тебе, и именно ты стал причиной того, что ислама не стало в твоей жизни по причине твоей любви к мирским благам. Но любовь к мирскому закончилась на твоей могиле. Она не принесла тебе никакой пользы, но привела к тому, что в твоей родовой линии никто даже не знает шахаду. Все твои ложные надежды и мирские пристрастия предали тебя, не оставив тебе ничего, кроме сожаления. Твои поступки вызовут цепную реакцию, и в итоге ты пожнешь то, что посеял. Твой конечный пункт назначения ждет тебя. Ты будешь в ответе за все свои деяния. Из тебя будет спрошено о ценностях, которые ты передал своим детям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники изо дня в день прилагали неимоверные усилия для того, чтобы ислам смог дойти до нас. Они проливали кровь, пот и слезы просто ради того, чтобы мы с тобой могли произнести «Ля илляха илляллах». А ты просто плюнул на все и даже не придал этому никакого значения. Можешь не сомневаться. Все, что тебя теперь ждет, это вечное сожаление. И ты не сможешь ничего поделать. Теперь тебе предстоит встреча с Творцом, к которой ты никогда не готовился. Твои потомки уже не веруют в ислам. И они уже лишены всех шансов в день суда. И виной всему ты. Ты еще жив. У тебя еще есть время. Воспользуйся этим шансом сегодня, во избежание вечного сожаления.